Всем здорово, народ, вы на канале Бублик Channel, и прямо сейчас я хочу показать вам гонку на МТА провинции. Организатором был Артём Лучинок, ссылку на группу организатора я оставлю в описании, обязательно переходите, подписывайтесь, приходите на эти гонки. В этот раз было в районе 60 участников, это на самом деле очень круто. Ребят, о результатах гонки, о том, каким приехал я и тому подобное, вы узнаете в конце видео, чтобы не спойлерить. Но, ребят, просто посмотрите этот видос и поугарайте. Вот реально поугарайте. Ладно, ребят, я желаю вам всем приятного просмотра, погнали. О, началось. Все, погнали. Готов. Ух, сука, страшно. Адам, все, уже ты не убил вообще не собрался. А прикинь, я сейчас уехал. Я бы угорал, кстати, реально, я бы тебя на стрим вызывал. Я бы тебя на стриме сразу написал бы. У меня нет стрима. А, ладно. Угу. О, тут агент приехал, еще один. Подкрывать начал. Ля, мы пока выйдем, те уже будут в городе. Я не Адамс, я не понимаю. Рушан, только попробуй меня затаранить, ты будешь сейчас в жопу засосить. Втащи ему по-братски. Ударь его, ударь, чтобы он ехать не мог. Сломай ему что-нибудь. Слышишь, Руслан, найди сейчас место, дам протар Адамс. Пусть мы не играем. Это самое гениальное, что я видел. Так. Давид, ты знаешь, что надо делать, Давид. А куда он поехал, Давид? Ладно. Мудак. Так, ну что, ребят, гонка началась. Ох, пацанчик на ешке, сука. Что? Я приехал? Вы видели? Да. Я просто переехал его. Не понял. Я просто его переехал. Ты второй? Нет, какой второй? Я еще никого не обогнал. Я еще не стартанул, но уже там кого-то обгоняет. Так, здесь уже еще разложились несколько человек. Я еду за красным X5. Вот здесь чувачки едут. Все, я стартанул. Я обогнал еще кого-то. Здесь вот куча едет. Делаем ставки, когда Адам срежется в дерево. О, едет этот пацанчик на эксклюзивной тачке. Так, передо мной все медленно едут. По идее, я всех должен обгонять, если они меня не будут подрезать. Чё, он скоро сдох, скоро сдох. Спасибо, да. Не будет меня подрезать. И первый же упырь меня подрезал. Герман, давай под эту музыку. Так. Хорошо, хоть не лагает. На то спасибо. Ой-ой-ой-ой. Блять, тупо пинг. Ты уже едешь, да, Герман? Да пизда, тут такое творится. Тут такое... Не, Герман, у меня для тебя плохие новости, ты, скорее всего, не приедешь. Я Водина. Ты Водина? Да. Тогда у меня для меня плохие новости. Блять, у меня Авентадор в тотале, меня просто расхерачило, на. Забей, тут уже все Водина проехали. Ну мы только в пиву подъезжаем. Так, Водина сначала, дебил. Да. Ну, Водина, мы в Приву продвижаем после Водина. А. Манда. Так, а что тогда для себя прихнулось? Ну, я потом... в тотале. Серьезно? Да, меня, короче, понял, там чел запинговал. Я начинаю обгонять чувачков. Спасибо. Чел меня запинговал в поле. Спасибо. Я спасибо. Спасибо. Спасибо! Стол. О, чувак тоже в тотал ушел. Вон X5 едет. Что мне будет? Блядь, я хотел, клянусь, я хотел его пропустить, я не хотел его подрезать. Я ушел влево, он как раз туда ехал. Он ментальщик. О, парши проехали. Как? А как чужой список добавить? Блин, почему я врезался в столб? Все так хорошо было. Все было что так хорошо. Я? Да блин, ну хватит. Ну, сука. Какой мудак это просто, блядь. Если тебя тоже затаранил Никита Ника, не обижайся. Нормальная тема. Так, я качусь. Подтолкни по-братски, подтолкни. Ну подтолкни, ну толкани, давай, братан, давай.
Давай, 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 толкай, 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 толкай. Не, давай. Не надо, спасибо. Прокатился. Давай, 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 давай. Во, во, хорош, хорош. Давай, давай. О, спасибо. Толкай, толкай, толкай. Толкай, 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 толкай. Мы доедем. Мы доедем, мы домчимся. Пора. Йо, ну быстро в каску. Давай, давай, давай. Давай, толкай, толкай. Давай, давай, хорошо, давай задом. Бей, бей, бей. Бей, 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 бей в морду. Давай. Давай, толкай, толкай, толкай. Мы должны доехать до финиша. Мы должны доехать до финиша. Блядь. О, спасибо. Он меня развернул. Погнали. Все, 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 мы доедем. Так и едем, все. Все, поехали. Что там за схема? У меня полицейские помогают, мне похер. Анесса, почини. Мы доедем, мы замчимся на районе. Кто такой был? Толкай, 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 толкай. Давай, давай, пацаны, у нас куча шансов приехать не последними. О, мотоцикл! Он умер! Я понимаю. Так, нужно до починки меня давай. До починочки, сейчас починимся, сейчас все нормально будет, все ровно будет. Давай, 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 о, спасибо, во, все, в цвет, братишка, вот это ты красиво поступил, вот уважаю ГУВД. Ай, блядь. Спасибо. Там микро есть? Бублик. А. Там Мика есть? Я не знаю. Я еду. Судя по тому, что меня больше никто не обогнал, я последний. Блядь, я еще когда и в поворот приедешь, не попал. Скажи Мике, чтобы она меня починила. Блядь, тут уже все стоят. Сука, я ехал, блядь. Там Никита Ника есть? О, господа, вы уже все тут! Здравствуйте! Блять, ну ёбаный в рот. Ну ёб твою дивизию. А, души, душа. Чего? Я подрезал, сам отлетел. Я тебя не подрезал. Да я, сука, я за геликом ехал, и, короче, в самом конце какой-то мудак меня подрезал. Я его найду, взорву. Чел, понимаешь, я всех объехал так красиво. Да, вы меня все подрезали, в итоге ты в самом начале улетел. Вот такая вот у нас получилась гонка. Огромное спасибо хочу сказать тем ГУВДшникам на X5. Ребята, реально, я думаю, сами поугарали и меня заставили посмеяться. Это было реально круто. Дотолкнули меня до СТО, в итоге я смог финишировать. А так оказался бы среди тех, кто не смог финишировать. Да, ребят. Дело в том, что вначале я немного оговорился. Было не 60 участников, а в районе 50. И из них 17 до конца не доехало. Да. То есть всего приехало только 32 человека. А я же занял 27 место. И то благодаря тому, что меня дотолкали до СТО, ребят. 27 место, естественно, это не призовое место. Призовые места были сделаны до 15 места. Ребят, еще раз спасибо хочу сказать организаторам. Также ссылка, еще раз напомню, в описании под этим видео. И хочу также сказать, что завтра или послезавтра, точно сейчас не могу вам сказать, но уже будут итоги розыгрыша в моей группе ВКонтакте на 7 миллионов игровой валюты. Поэтому переходите в мою группу, ребят, тоже и участвуйте в розыгрыше. Ну а вам, ребят, я желаю всем удачи. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока. Drones in my dressing room.